В Казахстане день ВДВ будут праздновать 2 дня. Сегодня в Астане торжественный митинг прошел у монумента Отанкор-Гаушилар. В этом году он посвящен 85-летию воздушно-десантных войск. Ветераны ВДВ почтили память погибших во время Великой Отечественной войны и участников афганского конфликта. В эти дни для тех, кто носит тельняшки и голубые береты, Союз ветеранов ВДВ планирует организовать прыжки с парашютом и полевую кухню. Сегодняшний мир, он весь перевернут. Все черное стало белым, а белое, наоборот, говорят, черное. Но мы, как ветераны, смотрим на это не просто так, а занимаемся именно той целью, чтобы молодое поколение, нынешнее поколение Республики Казахстан видели, что такое любовь к родине, что такое защищать отчизну, что такое военный патриотизм.